запрещено. Мне, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, а почему у свободных крымско-татар, извините, нельзя так, наверное, говорить, крымско-татарского народа автономии не было при Украине? Так у них и сейчас нет. Да что вы говорите? Да. А что, есть? Есть крымско-татарская автономия? Я, кстати, напомню, откуда взялось так называемое русскоговорящее большинство Крыма. В 44-м крымских татар выселили, а в их дома, еще не остывшие очаги, поселили выслужившиеся на войне НКВДшников, СМЕРШевцев. Понятно. И вот сейчас страдания сейчас тот самый русский мир, тот самый русскоговорящий большинство Крыма. То есть, простите, люди жили, у них на полках стояли книги, они стояли 5 лет, 10, они их читали, и все было нормально. А потом пришли русские, и вдруг оказалось, что это запрещено. Я вам уже говорил, русские не пришли, русские вернулись. Это во-первых. А что в этом странного? Во-вторых, в Российской Федерации существует законодательство, которое надо соблюдать. Да. Нравится вам это или нет? Мы здесь все живем в государстве, а не в банде. Вот в этом по и закону, проблема. А не по понятиям. Вот проблема, чтобы все было хорошо. Если бы русские со своим законодательством не совались бы за пределами своей границы. Крым сам решил, с кем он хочет быть. Тише. Я не вам решать сегодня закон. Пожалуйста, Архат, гражданин Российской Федерации. Вне всякого сомнения. Вот, я просил бы вас более уважительно сейчас отзываться о российском законодательстве. А ладно? Я не уважаю российское законодательство.